Наконец-то вышло продолжение. Привет, соседа! Помните, это же вторая часть. Вторая часть «Пряток». Где? Воришка в городе. Да, когда девочка с мальчиком уже играют полицейского и воришку. Круто! Мы так ждали это продолжение соседа. Ребята, мы продолжаем разгадывать тайны его семьи. Да. Это как раз продолжение. И мы узнаем сегодня новую тайну. Что случилось в их семье? Да. Пожар. Да, это пожар произошел. Это... Что они грустят? Что-то случилось? Они обнимают папу. Мама уже погибла. Четвертая часть, это кладбище. Смотрите, кукла продолжает падать. А вот там ведь... Ой, Быстрее! Беги, беги, папа, беги, скорей! Ребята, откуда он взялся? Да. Ребята, всем привет! Вы на нашем канале Валеришка Геймс. Да. И мы сейчас с вами наконец-то увидим. Узнаем так не терпится это. Выйти. Что тут здесь интересного? Я на самом деле еще не видела. Это папа Давайте нам подсказал, на что вышло продолжение. Да. Погнали! Папа, показывай нам, что здесь. Так, это я играю. Ночной город. Играю за девочку круто. Опять. Ребята, как круто, правда вообще. Мы играем за девочку воришку. А, тут я могу прятаться. Подожди, мы играем за воришку, а нас ищет брат. Да, правильно? Нас ищет брат. Я играю за девочку. Ой, кто это? Люди тут ездят на деревянные. Вау, а это кто это поедет? Там не это было машина. Там водителя не так, было. У нас что-то 33 в корзинку нужно там положить манекен. Слева. Видите в углу? Так, мы здесь, получается, ищем предметы. Наверное, тоже игрушки. Свистит кто-то. Фонарик. У нас есть фонарик. Получается, вон он бежит. Мальчик! Он тебя поймает! Все, когда мы слышим свист, значит, на нас бежит брат. Все, ребят, это как полицейский. Надо выкинуть фонарик и все. И забыть про него. Если фонарик, мы только выдаем себя. Вон он бегает. Он бежит, беги скорее. Так, бежим. Велик. А ты можешь на велосипед сесть? Не, не могу. Жалко. А там так. Сейчас брым, заводить. Получается, нам нужно, скорее всего, собирать деньги, судя по началу. Нам нужно собирать мешочки с монетками. А, кстати. И складывать их в корзинку, как мы складывали игрушки в первой части. А что это нарисовано? Смотри, у тебя схема нарисована этих. А, мне нужно крутить знаки, чтобы машины попадали в аварию. Сталкивались. Да ладно. И да, ты... и я у них с багажника могу забирать мешочки. Вот сейчас. Слушайте, так мы настоящие воришки, получается. Да, мы грабители. Ой, какой кошмар. Напоминает этого, как мы играли. Помните, так, в какой-то грабителя? Так, у нас всего 4 предмета. Кто помнит, как и называлась игра? Какая? Так. Полицейский приятель. Воришка Боб, да. Да, молодцы. А вон его мальчик. Быстрее прячься. Брат бежит. А куда ты можешь спрятаться? Я могу прятаться в телеграфные будки или какие-то мусорные баки. Куда-нибудь прячься. Да. Они черные, сейчас... ребята. Они черные на каждом углу есть. Смотрите, быстрее, ну, бежим. Как это нужно сделать, чтобы машины останавливались? Вот, я один знак повернул, видели, машина стала. Так, давай тогда просто знаками поворачиваться. Так, нам нужен желтый ключ. Желтый ключ? Нам почему-то нужно попасть в эту дверь. Да. Так, а где у нас может спрятан быть желтый ключ? У нас внизу, видите, уже два. Да. Мы взяли мешочек мне кажется, с деньгами. Мне кажется, тут низом и дорогами не ограничено. Вот, есть. Как-то можно наверх подняться. Третий мешочек. Но вот еще что-то. Куда их закидывать что-то? Надо их куда-то закинуть. Мне уже ни в руки не помещается. Мне кажется, в какую-то корзину. Ищем корзину, ребята. Так, отправляемся скорее смотреть. Осторожно, чтобы брат не заметил. Вон, смотри, что это было слева. Ящик. А мы услышим свист. Вот, свист. Свист. Свист, бежим. Он рядом. Быстрее убегай. Он где-то бегает. С какой стороны он бегает? Он свисток свистит. Не знаю. А вот это справа что было? Так, вот здесь. Вот она! Вот, корзинка! Есть! У нас один, два. Как, вот, все, засчитали два. Два мешочка, а нам нужно. Брат еще прибежал, блин. А он опять забирает наши мешки, как это. Не, тогда? Он не забирает ничего. Он просто за нами бегает. А, отстань! И получается, если он меня поймает, я, получается, мешок, который имею в руках, видимо, потеряю. А вот там видно. Беги! Ребята, откуда он взялся? Он очень шустрый. Он с моей скоростью бежит. Ребята, он от верблюда взялся. От него убежать невозможно. Ах, где будка? Не знаю. Вот, ребята. Будочка. Прячься. Вот она. Беги. Прячься Опа. Быстрее. Ушел. Опа. Он мне напоминает, что мы где-то прятались. Помните, тоже отходили от нас? Так, вон еще мешочки. Мне напоминает это в Бенди, мы в ящике прятались, и они уходят. Точно, молодец, я думаю, кого мне напоминает? Когда мы, помните, в четвертой части от прожектористов прятались? Да, на Валеришке Сим мы прошли. Нет, в пятой.
Пятая глава, финал был у нас с вами. Так, ну смотри, у нас нет ключа желтого, вот что самое. Но у нас есть ремешочка. Ну да. И что, а без ключа ты не попадешь в главную дверь? Я же говорю, ребята, как-то можно... Ой, он бежит! Бежит! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Угол, вон он, угол! И он меня постоянно догоняет, он возле этой корзинки постоянно бегает, я не могу смотри, ничего сюда закидывать. Ты оторвался, давай забрасывай. Есть, 3, 4. Пять. Давай, засчитывайте нам, 5. Что здесь? Пусто. А это какая-то даже не... Это скорая помощь, вы видели? Ну да. А скорая помощь тебе деньги. Как же ж наверх залезть? Вон стрелка. Вау! Да ладно! Меня машина подкинула. Ничего себе! Круто! Побежали. А сюда брат... Так главное не упасть. А сюда брат может залезть? Наверное... Я думаю, что нет. Нет, думаешь? А мне кажется, вполне возможно, что он тоже тебя здесь найдет. Давай смотреть, что вверху. Может быть, здесь как раз ключи сейчас спрятаны. Сейчас по крышам полазим, ребята. Лавшиз. Так, давай. Да, там канат, вы видели? Как-то туда надо долезть. Ну, иди туда, поверху. Что, не получается? Помните, мы в анонсе видели, как она по канату шла? Да, ну попробуй запрыгнуть. У тебя все получится. Давай, все давай, давай. Все предметы какие-то увеличенные. Такое ощущение, что мы очень маленькие. Вы заметили? Действительно, ляньте, ручка от двери. Мы, наверное, какие-то крохи. Вон тебе стрелка показывает, давай да. Сюда. Нам туда надо. Долетишь, не долетишь, долетишь. Долетел. Вау. Так, ну что сейчас здесь? Сейчас самое сложное, по канату надо пройти. Вот он, да. Ой. Ничего себе. Страшно. Ребята. Мы канатоходы. Кто о, любит высоко, цирк? Высоко, как ляньте, вау. Как в цирке ходим на да, канатах. Да, так, да, главное да, вниз да, не смотреть, да, короче, да, погнали. Давай, вниз не смотри. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы такие грабители и ходим по канату. Так, ну где же ключ? Сюда же мы пришли. Ребята, мы очень странные грабители, которые ходят по канату. Ну не может быть такого, чтобы мы так сложно сюда попали и тут ничего не было. Давайте найдем что-нибудь. Наверняка здесь что-то интересное. Вот там. Там что было? Что это было? Вау, мешочек. Ключ, ключ. Ключ, ребята, это ключ. Это ключ. Ура, слушайте. Ну, не зря, значит, все-таки мы шли... Да. Так, мы знаем, куда его вставлять. Погнали! Главное, чтобы нас брат не забыл. Главное, не потерять а его. Что это было? Что а это? Как туда попасть? Да а там мигает что-то. Это камера была! Да. Он следит за нами по камера. Камере! Я вам говорю, это мигала камера! Круто! Серьезно! Какой круто, папа! А я не разбился. Кстати, интересно, значит, если бы с каната упал, залов бы не начинал. Да, погнали! Смотри, есть! Открываем. Есть. Ну, и что тут? Ой, он бежит за мной. Мама, быстрее, быстрее, быстрее. Беги, беги, беги. Он свистит. А его можно как-то отогнать? Не знаю, кто это вообще такой? Так это какие-то люди пугают меня просто. Добежимте. Давай заходи, просто заходи. Добегите, вы. Так, что тут интересного у нас есть, ребята? Ну не зря же мы эту дверь открывали под замком. Может быть, здесь спрятана следующая разгадка? Или какая-нибудь... Наверх как-то надо. Нифига себе дома. Торшеры какие высокие. Ребят, нифига себе дома. Ну мы правда очень маленькие какие-то. Что-то я не понял, что там надо было сделать. Ну какие-то мышки. Мне кажется, ты просто не разобрался. Там так, надо, короче, мешочки забрасывать. Там что-то вверху, что-то интересное было. Ты, папа, пропустил этот момент. Ребята, если вы уже проходили эту игру, мешочек. Напишите, подскажите папе, мешочек. Что там надо сделать. Быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стрелка. Скаф. Кстати, это, видимо, показывает стрелка место, где тебя может подкинуть машина на крышу. А, кстати, возможно. Потому что она постоянно на дорогу указывает почему-то. Давайте сюда попробуем тогда наверх. Нам нужен шкаф. Так. А где нам еще набрать денежку? А вот это, смотрите, заброшенная территория. Знаки крутить надо. Закрытая, смотри, что-то там наверняка вау, интересное. А что тут есть? Может, не знаю. Давай, что мы туда пройдем. О, магазин. Давайте в магазине, может быть, ты можешь в кассе подойти. Круто, точно. И деньги забрать. Давай сюда. О, смотрите, класс. Сколько. Класс. Кассовый этот аппарат. Ага. Тут надо было побольше, чтобы было монеток. Вон еще. Так на каждом столе они стоят. Да. Супер, мы соберем сейчас с вами прям весь... Жалко только, что я 4 могу нести. Да, почему не сделать больше сразу, да? Так, давай скорее. Нарисованные арбузы продаются. Вот, забирай так, еще. Так, еще 2. Отлично. Все, все места заполнены. Да, все места теперь только осталось добежать. Да. С пончиком. Пончик. Зачем ты нажал? А, она приблизилась, вы видели? Сигнализация сработала. А, ну, брат бежит. Молодец, зачем нажимал? А я баловался, не знаю зачем. Ну, молодец, теперь как-то убегать от него. Убегай, убегай, молодец, побаловался. Побаловался. А я его, короче, отвлек. Все, ребята, мы сейчас забросим все наши 4 штучки. А, наоборот, его привлек туда? Ну, тоже, кстати, вариант неплохой. Побежали. Я, если честно, думала, он тебя поймает. Главное успеть. Ну, ребят, ну, 33 мешочка, ну, это очень круто. Это очень много, я считаю. Могли сделать и просто 10, да? Да, мы бегаем уже сколько времени, только 9 закинули.
Ладно, давайте посмотрим, да. Может быть, где-то в каком-то месте. Значит, есть... все-таки тут не только, тут еще как-то можно куда-то запрыгнуть, наверное. Мне кажется, где-то что-то секрет еще обязательно спрятан. Обязательно есть какой-то секрет в этой игре. Не может быть просто мешочки. Что-то здесь нам потом расскажет. Ну, машина бы подкинула. Куда? Мне вон надо в корзинку. А некуда подкидывать, там собирать некуда больше. Так, запуливаем. Так, раз, 10, два, 11, так, 12. Есть. Все, 12. 13, все, отлично, 13 мешочков. Да. Но здесь еще очень много балантерей. Вау. Ты видел? А ну давайте еще что раз. Что это такое? Заскучим. Там окно, это как маленький... О, батут, ребята. Батут. Я тебе говорила, что там батут. Что-то спрятано. Круто. Запрыгивай. Смотрите, это миниатюрный батут. Это книжная полка, еще один батут. О, ничего себе. Прыгай, прыгай сюда. Круто. Ты заходишь в какой-то я домик. Я зашел в дом соседа. Серьезно? Это миниатюрный дом. Ребята, классно. Здесь все уменьшено. Да. Здесь наверняка какой-то секрет спрятан. Попробуй открыть картину. Ребята, давайте в следующей серии обязательно продолжим проходить, смотреть, что тут интересно. Потому что это очень круто. Но мне кажется, мы уже близко к секрету. Так что подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан, будем рады. Нажимайте колокольчик, чтобы первым увидеть наши новые серии. Ребята, мы вас всех очень любим. Всем пока-пока. Пока-пока. Ты дышишь.